Здравствуйте, мои хорошие! Вас приветствует детский канал Star Kids Айка. Друзья, сегодня мы с вами будем слушать сказку «Лиса и журавль». Приятного вам прослушивания! Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу. Пошел журавль на званый пир. А лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и почивает. Покушай, голубчик, куманек, сама стряпала. Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал-стучал, ничего и не попадает. А лисица лижет себе да лижет кашу, так все сама и съела. Кашу съела и говорит. Не обессудь, куманек, больше почивать нечем. Журавль ей отвечает. Спасибо, кума, и на этом. Приходи ко мне в гости. На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит. Кушай, кумушка, право, больше нечем почивать. Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и лизнет его, и понюхает-то. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не съел. Ну не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебала. Как окунулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем брось. Ну что ж, мои дорогие малыши, на этом сказка «Лиса и журавль» заканчивается. На мой взгляд, главная мысль сказки «Лиса и журавль» в том, что если уж ты дружишь, то ты должен считаться со своим другом. Правда ли, друзья? Если да, то жмите на лайк. Если приглашаешь к себе в гости, то будь гостеприимен, вежлив и уважай своего друга. Друзья, если вам понравилась эта сказка, то поставьте лайк, а кто не подписан, то скорее подписывайтесь. Ваш любимый канал Star Kids Айка и я, Слоник. До скорой встречи. Пока-пока.